Сегодня на Соборной площади Ульяновска идет митинг, посвященный военному параду, который проходил 7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади. 78 лет назад участники парада прямо с площади уходили на фронт. Парад 1941 года имел большое значение для поднятия боевого духа Красной армии и населения страны и считался важной военной операцией. С 2005 года 7 ноября в честь парада объявлено Днем воинской славы России. А в этом году во время митинга был дан старт Году памяти и славы. Вот наши ульяновцы и воевали хорошо, и работали хорошо, и на параде были. И вот сегодня, я считаю, это символически, если мы увидим, как пройдут построения, и будем знать, город Ульяновск не был фронтовым, он был тыловым, но во фронте он принимал активное участие. Кульминацией митинга стало торжественное прохождение войск Ульяновского гарнизона по главной площади города. Почетными зрителями стали наши уважаемые ветераны, дети войны, труженики тыла. Им были адресованы самые теплые слова признательности и благодарности. Представители молодого поколения подарили им цветы. В 1941 году мне было 3 года. Конечно, естественно, я еще не помню. Но после окончания войны, естественно, помню, как люди радовались. Мне уже тогда было почти 7-8 лет. Я уже представляла, хоть и радио не было, но люди выбегали на улицу и, естественно, ликовали. Сегодня также прошел ряд мероприятий, приуроченных к годовщине парада в учреждениях культуры и школах Ульяновской области. В них принимали активное участие волонтеры Победы. Наверное, такое положительное явление – это то, что сейчас добровольцами становятся в основном школьники. Это ребята хотят узнать историю из первых уст. К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше, и следующий год мы, наш основной год, который мы хотим просто внести любовью и вниманием всех ветеранов окутать. В праздничный день специально для молодежи на площади Эспланаде был презентован военно-патриотический парк «Патриот». Организована выставка военной техники и образцов вооружения. Реконструирован призывной пункт 1941 года. Работала полевая кухня. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.